Как вы знаете, у нас один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Пригласили команду сборной Кубы. Как вы знаете, это одна из самых сильных команд в мире. Идет очень плодотворная работа. Очень функционально подготовленные ребята, эти кубинцы, и мы очень большую пользу берем у него. Но я тоже в борьбе остался лишь для того, чтобы завоевать наконец-таки эту золотую медаль. Как бы меня и держит в спорте, в борьбе, то, что я стал два раза розовым призером, как вы знаете, и хочется все-таки уйти на пенсию с золотой медалью. Я не буду выделять соперников каких-то, там все ребята, которые прошли отбор на Олимпиаду, я думаю, все квалифицированные ребята, и совсем придется воевать, как бы сказать. Хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые за нас болеют. Всегда рад бываю на улице встретить и обнять своего болельщика. Видно, что очень сильно переживает за своих спортсменов. Спасибо им большое.